Два месяца понадобилось оперативникам, чтобы вывести преступную группу из мутной на чистую воду. Подозреваемых в незаконном промысле на Шардаре удалось не только задержать, но и собрать доказательства многомиллионного ущерба. По версии полицейских, 10 задержанных промышляли на водохранилище несколько лет. В начале апреля текущего года в департамент полиции Туркестанской области поступило заявление о том, что неизвестные лица занимаются незаконной ловлей рыбы на территории водохранилища Шардары. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». В департаменте создали специальную оперативную группу, нацеленную на раскрытие и задержание неизвестных. Каждому в незаконном бизнесе была отведена своя роль. Рыбаки занимались браконьерством, а скупщики торговали рыбой на шымкентских рынках. Бизнес стал настолько прибыльным, что для 4 подозреваемых он превратился в семейный. В начале июня полицейские задержали группу лиц в количестве 10 человек, трое из которых – женщины. Все они – жители Туркестанской области и Шымкента, им от 20 до 53 лет. В качестве вещественных доказательств – изъятые рыболовные снасти, электроудочка, сети, металлические крючки, 13 моторных и резиновых лодок, 389 патронов 12-го калибра, более 1,5 тонн свежей рыбы и 425 килограммов копченой. Нанесенный материальный ущерб составляет более 8 миллионов тенге. Под стражу взяты 3 человека. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Досудебное расследование продолжается. Шнару Уразова, Нургильдис Адуакас, информационная служба телекомпании «Отрар».